Я всех приветствую на своем канале. Сегодня хотел бы сделать очередной видео обзор вот такого компактного фонаря от народного бренда Convoy. Данный фонарь называется Convoy T2. Размер у фонаря гораздо меньше, чем у фонаря S2. Вот они составляют 9 сантиметров. 9 сантиметров. Ну, там еще пару миллиметров. Фонарик пришел в такой простой упаковке. Я не помню, я, наверное, ее выкинул. Обыкновенная коробочка. Запакован был фонарик в пупырке, но для нас упаковка не играет роли. Да, для нас играет роль цена. Цена на данный фонарик составляет, ну, там разные бывают продавцы. Я покупал ее за 14 с чем-то долларов. Ну, там практически 15. В данном фонаре стоит, скорее всего, оригинальный светодиод. Обзоров на данный фонарь уже предостаточно на просторах интернета. Фонарик, как всегда, сделан очень аккуратно за такую стоимость. Вот мы видим, что тут находятся различные микросхемки. Я, к сожалению, не специалист в данной сфере. Вот этот драйвер поджат кольцом. Вот такой вот светодиодик. Светит хорошо, мне понравилось. Так. Работает он от одной батарейки формата 2А. Ну, хочется верить, возможно, появится, возможно, нет. Дополнительный вот этот дополнительный цилиндр, или как он там правильно называется, удлинитель, с помощью которого мы сможем увеличить емкость батареи или аккумулятора. На Алиэкспрессе продаются к нему еще батарейки аккумуляторные. Вот. Я купил просто Duracell и пока доволен. Можно будет потом в будущем купить аккумулятор. Если он, может быть, у меня где-нибудь есть даже. Вот так вот выглядит хвост. Ну, все хорошо сделано. За такую цену даже смазано для любителей смазки. Смотреть, даже смазано силиконовой смазкой. Так что все хорошо сделано. Светит фонарик тоже хорошо для своих размеров. Я очень так доволен. Вот сейчас давайте посмотрим. У него 4 режима. Вот это слабый. Это средний. Это турбо. И двойным нажатием активируется стробоскоп. Ну, что хочу сказать. Еще здесь вот присутствует такое фосфорицирующее кольцо, которое в темноте так немножко светится. Поскольку я снимаю с телефона с подсветкой, тут может не так хорошо это видно. Ну и как бы ночной тест. Я потом сделаю отдельное видео. Отключу подсветку. Фонарик светит хорошо для своих размеров. Он очень компактный. Как всегда, фирма Convoy радует нас. Вот, было бы очень хорошо, если бы они еще изготовили фонарик такого формата на 3А батарейки, на 2, такой, как он называется, медицинский фонарик. Фонарик врача. Ну, в принципе, данный фонарик тоже может быть фонариком врача, но, как вы понимаете, одна батарейка или один аккумулятор не может светить сильно долго. Вот. Я, правда, еще не пробовал, он ко мне пришел недавно, вот, но как-то так. Фонарик хороший, я им доволен. Вот. И в темноте, вот, для наключника, конечно, он большой, вот, но при учете того, что батарейки формата 2 продаются в любом киоске, в любом магазине, вот, проблем с этим не возникает, то данный фонарик становится очень практичным фонарем.
за его деньги, вот, за такие деньги, качество очень хорошее. Вот, я всех благодарю за просмотр. Вот, я на своем еще канале загружу еще видео ночного теста, как он светит. Вот, всех благодарю за просмотр. Всем большое спасибо.